На базовом курсе дрессировки вот такое ожидание – самый главный элемент, потому что здесь собака борется со своей эмоцией и учится ее контролировать. Хорошо. Ну, давайте потихонечку разгоняться. Патрик, контроль внимания. Ой-ой, не сыпьте. А если сыпьте, то поднимайте. Хорошо, Бостон тогда. Бостона вижу. Цири. Еще раз Цири, что-то я не успела отследить. Еще разочек. А, да, вот теперь чисто. Патрик, пожалуйста. Патрик. Нет. Поводком не размахивайте. Когда вы будете работать на свободе дистанции, никакой поводок вам не поможет. Хорошо. Спускаемся вниз. Лапы на тумбу делаем в сторону Цири. Туда. Туда, пожалуйста. Рабочая грань-то. Пожалуйста. Да, Цири. Ух ты, вы какие быстрые. Надо же. Молодцы, подготовились. Да, Бостон вижу. Патрик, стоять. Хорошо. Спустились, пожалуйста. В обратную сторону спустились по вашей команде, не самопроизвольно, как у Патрика. С другой стороны, Цири шикарно. Сейчас, секунду. Поводком не помогать, сам. Упражнение сделано только если собака сама поставила лапки, да. Вот так. Хорошо, спускаемся вниз, садимся на тумбу. Патрик, на вторую сместитесь, пожалуйста. Давайте кучнее. Хорошо. Ну, давайте с Цири начнем. Цири, обход конуса. По вашей команде, разумеется. И возврат к себе. Остальные смотрим. Давайте немножечко разделимся. Общего мышления нам совершенно не нужно. Давайте, обход. Обойди. Цири, обойди. Молодец. Да, замечательно. Бостон, пожалуйста. Вниз. Обойди. 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 Какой у вас легкий, тоненький поводочек. Хорошо. Будете брать новую высоту, да? Патрик. Так, Патрик, пожалуйста. Патрик, вниз. Патрик, обойди справа. Хорошо. Молодцы. Все вместе, уже можно начинать. Обход с правой руки конуса, возврат на тумбу. Прошу вас. Вниз. Обойди. Справа обойди. Хорошо. Бостон ровно, молодцы. Цири, чудно. Справа обойди. Патрик нашел. Патрик, справа обойти. Чем находится? Тут, куда тут справа? Тут вообще бы обойти. Так, хорошо. В обратную сторону. Обход с левой руки тремя собачками. Возврат. Начинаем движение. Обойди. Обойди. Слева обойди. Цири, хорошо. Бостон, вижу Патрика. Да, замечательно. Оставили собачек на тумбах, отошли к конусу, пожалуйста. Оставили. Команда ждать, сидеть. Хорошо. Подзыв к себе. Патрик, иди сюда. Молодцы. Идеально безупречно. Все три молодцы. Оставили собачек, отошли к тумбам. Нет. Какой-то у нас легкий состав, я смотрю. Надо вас
усложнять. Как-то легко нам все дается. Хорошо, Цири Бостон. Патрика чуть-чуть больше давления. Да, да. Подзыв на тумбу. Ага, ну ладно, хоть, да, один сбой есть, ладно, хотя бы видно, что щенки. Оставили собачек, можно подсадить Цири. Ага, конусом отошли. Ждать. Нет. Очень, да, сыпите много и привлекая собаки внимание к полу. Это вы. Это я, да. Да. Вы переключаете его на интерес к полу, потому что там кусочек есть. Вот. Постарайтесь по одному убрать, так проще будет. Так, ну давайте сложно. Цири к себе одна. Цири. Чудно. Бостон, пожалуйста. Патрик, нет. Прекрасно. Патрик, чувствуете, собака взвинчена? Сократите дистанцию, не дайте ей ошибиться. Лезьте на тумбу. Сейчас Патрика дождемся. Отойдите, пожалуйста, по готовности подзовите сами к себе. Давайте. Хорошо. Так, да, с Цири тоже. Вы бдите, когда мы ждем кого-то, команда сети отходим к тумбам. Это не значит, что мы тратим время зря. Это значит, что мы отрабатываем когда команду ждать. Да? Туда, пожалуйста, к тумбе, прошу. Это значит, что собака смотрит на другую собаку, которая скачет, прыгает, бежит. И не бежит к ней, что крайне важно. На базовом курсе дрессировки вот такое ожидание – самый главный элемент, потому что здесь собака борется со своей эмоцией и учится ее контролировать. Подвиг с 8 до 11. Команда лежать. Кто не может, сокращать дистанцию. Бостон, звезда моя. Если не можем, не можем с дистанции, шагаем вперед, ничего страшного. Цири, Бостон, чудно, молодцы. Так, а Патрика снова больше давления. Хорошо, подзыв к себе на тумбу. Поцеловать. Угостить, молодцы. Так, Патрик по готовности, подзыв. Патрик, иди сюда. Молодец. Да, хорошо. Так, смещаемся все на одну тумбу левее. Все вместе, пожалуйста, смещаемся. Вниз. Патрик циркулирует в двух тумбах. Остальные сейчас сменим запахи. Да, хорошо. Снова собачку оставили, отошли к конусу, пожалуйста. Сейчас начнем с Патрика. Цири будет сложнее всего. Патрик к себе. Патрик. Ждать, нет, вот, нет. Да. Обратите внимание, пожалуйста, мы сейчас работаем в группе щенков, и здесь очень важно, чтобы ваш позыв был, с одной стороны, привлекательный для своей собаки, но в то же время, чтобы вы сильно не срывали других щенков, потому что явно они эмоциональные пока, да, и реагируют. Поэтому тихонечко. Бостон, пожалуйста. Вот, вот так, да, спасибо, Цири не сорвали. Цири, пожалуйста. Ясное дело, что если мы сейчас все весело заверещим, все собаки рванут и прям ко мне. Вот, поэтому, ну, с учетом того, что рядом с вами тоже партнеры, тоже реагируют, оставили собачек к тумбам, пожалуйста, отойдите. Вот, давайте тихонечко подзывайте. Во-первых, это хорошо, вы тренируетесь звать собаку и работать с ней тихо, что в городских условиях очень даже полезно. Ну, а во-вторых, поможете другим вашим коллегам справа-слева тоже удержаться. Ждем. Нет, ждем. Вот как Бостон. Как Бостон. Да. Цигит, ну сколько можно быть послушной? 5 минут работаю. 7. И все, и хватит уже, сколько можно. Сейчас, да. Цири, вообще-то, когда вот такая ситуация, когда собаки ерзают, подойдите, похвалите, она молодец. А вообще-то это сложно. Это не просто вам сидеть, команда 16 раз выполнены. Рядом с вами партнеры шевелятся, и ей тоже хочется, она же живая, веселая собака, тем более корги. Подзыв на свою тумбу. Да, Цири говорит, я настоящая девчонка, тут нужны хорошие фотографии. Здравствуйте. На 4-ю тумбу, пожалуйста. Вот сейчас нам будет посложнее. Сибо, собаки эмоциональные в детстве. А то вы тут все сидите, зануды скучные, да. Нет, не пускайте. Хорошо. Тише. Хорошо. Контроль внимания симметричный, все вместе. Заодно и посмотрим вновь пришедшего. Контроль внимания, пожалуйста. Какой тут контроль? Тут на тумбу бы залезть. Цири шикарно. Бостон плохо увидел лисицу. Так,
Патрик тоже лисицу увидел. Говорит, этих лисиц я в своей жизни, да, Цири, каждый день. Он смотрит на кулачок, а нужно, чтобы в глаза. Кулак назад, пожалуйста, ладно? Суть упражнения, чтобы он посмотрел на вас, а не на руку. Потому что вдалеке эту руку вашу 100 лет не будет видно. Говорит, а что она так далеко села, эта собака? Не видно мне плохо. Так, хорошо, спускаемся вниз, лапы на тумбу, лицом в ту сторону. То есть собаки будут сбоку от вас. Не сзади, не спереди, сбоку, лапки в ту сторону. Прошу. Юки, тоже, пожалуйста, спускайтесь, разворачивайте. Спасибо за честность, Цири. Могли придержать поводочком, они стали. Молодцы. Да. Вот, Юки сделал честно и сам. Очень хорошо. Так, ждем Патрика. Да, вот теперь да, теперь хорошо. Бостон тоже хозяин честный. Не надо спрашивать, ответ отрицательный. Говорит, как я могу тебя слышать? Тут видишь, что происходит? Цири, Цири, отлично. Кричать не надо, пожалуйста. Мы только что об этом говорили. Потише, потише. Шипящие низкие нотки, потише. Ну, понятно, Юки только встраивается в коллектив, да? Так, Патрик, хорошо, стоим, стоим. Вот, ну все, почти достигли совершенства. Спустились вниз, на тумбу сели, хорошо. Так, хорошо, ладно, продолжаем. Патрик, не надо на тумбу, давайте, ну и ладно, сюда, пожалуйста. Ничего, успели, хорошо. Сюда к конусу, вы туда, подзыв к себе. С Бостона смещаемся, с Цири смещаемся, с Юки. Меняемся запахами, давайте. Тут хорошо, что ты мои лапы сложила. Вы не туда отошли, туда, пожалуйста. Там хозяин Бостона, ему тесно. Патрик, сидеть. Что себе, говорит, куда она собралась бежать вообще? Да? Прям к Бостону. Так, да, 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 да. Нет. Говорит, ну и посидели, и ладно. Нет. И сколько можно нет. Вообще сидеть? Сидеть. Молодец. Да. Ждать. Подзыв. Так, Патрика на 2 индивидуальных урока, Юля, напомни мне, ладно? На тумбу, пожалуйста. Давайте, Бостон. Хозяйку научи немножечко харизматичнее руководить, ладно? Нет. Она прям очень мягкая, прям крем-брюле на выезде. Так. Ждать. Бостон, ждать. Бостон, ждать. А что делать надо? Подозвать. Идеально безупречно. И подзыв еще самый хороший. Прошу, Цири, пробуем. Юки на первую сразу. Юки, давайте сразу, да. А Патрик на вторую. Прошу. Да, очень хорошо, замечательно. Давайте, Юки, и выдержка, и позыв очень хороший. Тише, тише. Вы хотите туда? Поменяйте, попробуем. Сейчас это не принципиально. Сейчас, секундочку, Юки, пускай сейчас хозяин досеет тут, видите. Он знает, весна, что-то надо сеять. Он слышал об этом, наверное. Ага. Так, Патрик, на тумбу. Да. Что, прям можете отойти? Да вы что? Говорит, вот так меня мучают дома каждый день, да? Позыв. Да, с выдержкой круто. Спасибо, поменяйтесь местами. Особенно круто, что он бежал, а тут упала собака с тумбы, и он не среагировал, а побежал к вам. Прям молодцы. Идите, подышите немножко. Хорошо, давайте попробуем. Смену управления. Давайте, Патрик, та же задача. К конусу, Бостон смещается. Патрик, идите сюда, вот сюда, вот сюда, к конусу, сюда, идите, идите. Сюда. Да, сюда. Команда сидеть. Он здесь, нет. Вы туда, нет. Команда нет. Ждать, подзыв Патрик, к себе, ладно? Патрик, сидеть. Потише, потише, у вас прям семья громкая, я поняла. У вас очень большая квартира, видимо, и вы, нет. Когда говорите, Патрик. Должны усиливать голос, чтобы... Члены семьи вас услышали, я думаю, так. Так. Ждать. Патрик, ждать. Ждать. Сидеть. Ждать. Зовите, пожалуйста. Зовите. Собаку зовите к себе. Иди сюда. Да, хорошо, на тумбу. Бостон, пожалуйста, покажите еще разочек.
Давайте с Цири вместе усложнимся. Два отличника у нас нарисовываются. Давайте Бостон с этой стороны, а туда Цири. Цири, давайте вместе. А потом пойдет Юки и Патрик. Хорошо развернулись. Да вы что? Вот это я понимаю. Подзыв. Идеально, безупречно, пары прошли. Замечательно, Юки и Патрик, идите к первому конусу, пожалуйста, еще раз. На любую тумбу, от первой до четвертой, пожалуйста, Бостон, Цири. Хорошо. Патрик. Юки, нет. Юки, то он, знаешь, сам пришел. Дайте поводочек. Нам тоже. Ждать. Патрик, сидеть. Патрик. Хорошо, отходим от Юки. Да, Корги не придет, я страхую. Патрик, я сам приду. Патрик. Ждать. Патрик. Вы что, Патрик-то сидеть. Скажите? Ждать. А то... да. Патрик, ждать. О, наконец. Ждать. Нет, сядь. Жди, сидеть. Подзыв. Сюда. Нет. Хорошо. Бостон, Цири, только поменяйтесь местами. Теперь Бостон здесь, туда Цири, с двух сторон от конуса в другое место. На площадке только работаем, пожалуйста, с территории площадки не выходить. Хорошо, на тумбу, пожалуйста, Патрик. Юки, на тумбу, пожалуйста, на тумбу. Что же, рыжики Патрик. Подвисают у нас немножечко. Ничего, вначале всегда сложно. Да вы что? Подзыв. Так, Цири, Патрик. Красотка, мы выяснили это уже. Еще раз, пожалуйста, Юки и Патрик к конусу. Бостон отвлекся к себе. Эмоционально хорошо позвали, но тут пока щенок, шансов мало, конечно. Эмоции трудно контролировать. Патрик, поводочек мне. А то Юки. Патрик, сидеть. У нас... Сидеть. Вот так, хорошо, ждать. Молодцы. Жди. Нет. Ждать. Надо выдержкой работать дома. Подзыв. Иди сюда. Патрик, иди сюда. Молодец. Так, понятно. Дайте подочек. Команда сидеть. Сейчас на тумбу Патрика, пожалуйста, продолжаем. Юки. Молодец. Сидеть. Хорошо, жди. Патрик. Зовем. Да. Так, смещаемся всем на тумбы. Хорошо. На первую, вторую и так далее. Патрик. Так, с Бостоном идем. Тумба. Слалом по конусам. Слалом. Выходите, пожалуйста, на маршрут. Тише. Немножечко тише командуйте. Так, Бостон работает. Все смещаемся на одну тумбу левее. Патрик, смещайтесь. Патрик, на вторую, да. Бостон, шикарно, ровно, молодцы. Цири, работаем. Очень хорошо, удержали контроль. Вы так бесшумно начали, что я даже не услышала. Да, хорошо, провели. Смещаемся. Патрик к конусу. Сразу идите, а Юки на первую. Патрик к конусу. Юки на первую. Бостон мимо. Да, вот так. Патрик. Хорошо, ведите. Патрик, пошли сюда. Лучше все-таки после слева пошли обойди. Что-то, да, Патрик, слалом. Слева обойди, справа обойди. Юки, работаем. Прошу, смещаемся. Смещаемся. Юки, сиди. Идем. Говорите, что идем. Сами с одной стороны идите только. Да. Вот. Да, обход слалом или что-то. Патрика смещайте. Бостон, еще раз, пожалуйста. Теперь посложнее будет, следы уже. Сидеть. Да. Молодец. Обойди. Сидеть. Обойди. 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 Да, очень хорошо. Сместитесь, пожалуйста, сместитесь. Цири, работаем. Хорошо, даже несмотря на следы в первом... Первые два конуса сложновато, дальше настроились. Хорошо. Патрика сместите на дно еще. Цири даже в нос. Нос не использует, смотрит наверх. Очень хорошо. Патрик, ведем.
Перемещаемся, Патрик, на вторую. Справа обойди. Тумба. Слева обойди. Тумба. Справа обойди. Слева обойди. Справа обойди. Слева обойди. Справа. Справа обойди. Юки готовы, да? Замечательно. Идем, Юки. Патрика сместите, пожалуйста. Да, хорошо. Ровно, без потери контроля. Молодцы. На тумбу. Оставили собачку на тумбе, отошли 3 квадратика назад. Лицом к собаке, здесь находясь. 3 квадратика, да. Лучше 3 и не потерять контроль, чем побольше и потерять. Аккуратнее наблюдайте. Если есть возможность, конечно, увеличивайте, но следите, чтобы в обратную сторону откат не был. Так, Юки к себе, молодцы. Юки. Цири к себе. Звезда. Бостон к себе. Самая сложная у Бостона задача была. Оставили здесь собаку, команда сидеть. Отходим к... к тумбе. Патрик, команда сидеть. Сидеть. Что с тобой такое? Патрик, учите, учите. Патрик, сидеть. Выдержку. Патрик, так. Сидеть. Хорошо. Ждать. Бостон, Цири, хорошо. Контролировать, контролировать. Бостон к себе на тумбу. Молодцы. Цири. Патрик к себе. Патрик, иди сюда. Патрик. Нет. Патрик. Сидеть. Патрик. Правильно. И цапни его еще за нос. Юки. Так. Юки. Сидеть. Сидеть. Патрик, к себе. Патрик. Почему у вас Патрик, Патрик не рядом с вами? Поводок же у вас есть, держите. Сейчас. Давайте. Стоять. Угу. Хорошо. Вниз. Хорошо. Так, спустились вниз, лапы на тумбу делаем, лицом к забору, пожалуйста. В другую сторону. Патрик тоже с другой стороны. Вот как Юки, пожалуйста, сориентируйтесь. Как Юки сделайте. Цири, Бостон. Стоим. Нет, Юки, без насилия, без насилия. Сам стоит. Тащить не надо, он будет сопротивляться, и это только хуже. Да. Спустились вниз, на тумбу сели. Хорошо. Продолжаем. Так, ну давайте пробежимся по задачке. С Бостона начнем. Туннель. И на место Юки. Все по-прежнему смещаются в сторону начала задачи. Туда. Пожалуйста, Бостон, выходим на трассу. Очень хорошо. Цири, пожалуйста. Импульс дали собаке прям хороший. Говорит, тут стена, ты что? Следы почему туда ведут? Говорит, мы корги не норные собаки. Вот пемброки, они норные, а кардиганы нет. Говорит, замуровали. Да что такое, дезориентация. Хорошо, хорошо. Но зато она старалась и старалась, да, дойти до вас. Хорошо, давайте попробуем, Патрик. Нет. Норка. Сюда. Нет. Вы туда покажите, вы же сверху показываете, он и лезет, куда вы понятно. Показываете. Понятно, понял. Сюда. Вот, сюда. Да. Есть. Сюда. Молодец. Вот, пошли. Почти. Патрик. Почти. Туннель. Сюда. Стенка не настоящая, оказывается, ты представляешь? Сюда. Патрик, сюда сядь.
Патрик. Точно, пембрики минорные. Патрик, сюда. Тоже минорные. Кроватно-квартирные. Кроватно-квартирный. Сюда. И про подкроватный тоже поговорим. Ладно, брат. Ну, не знаю, говорит. Так, стулья, плед. Приучить команде туннель, чтобы собака задачу понимала. Она не понимает задачу. Она может легко пройти, но она не понимает, что вы от нее хотите. Так, мимо на тумбу. Юки, пожалуйста, давайте. Вы-то уж про нору все знаете. Просто говорит, он не знает, я ему сейчас покажу. Ты смотри, как собака косячит. Говорит, кто не знает, я вперед, просто не был еще там ни разу. Давай, вперед. 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 Я прям переживаю за него, ты не представляешь, как. Что он мне это не делает? Вперед, Патрик. Вперед. Нет. Вперед. Что там делать-то, вперед. Просто идти и все. Стулья дома есть у вас? Отлично. Сложите несколько, положите плед. Пускай будет страшный туннель. Тогда наш будет уже не страшный, поскольку он прозрачный. Ладно? Так, Патрика сместите, Юки посадите на тумбу. Тумба. Идем. Сидеть. Патрик. Юки. Залезайте на тумбу. Залезайте. Напротив встали, 4 шага отошли. Патрик. Цири, отлично. Сюда. Тумба. У вас там ждать. Юки. Сидеть. Ждать. Юки. Нет. Общий подзыв. Зовем. Бостон, Цири, Юки к себе. Хорошо. Оставили собачку, отошли к тумбам, пожалуйста. Бостон. Патрик, сидеть. Нет. Патрик, Юки. Патрик, сидеть. Ждать. Юки. Нет. Позыв. Сюда. Сидеть. Хорошо. Хорошо с Юки доработали. Так, посадка в колечко. Спиной друг к другу, лицом к себе. Колечко любое. Прошу вас. Колечко, Патрик, любое. Патрик, иди сюда. Вниз. Нет. Патрик. Нет. Патрик. Нет. Сидеть. Юки, сидеть. В колечко. Дистанция уменьшилась, уровень уменьшился. Да, собаки сразу заинтересовались партнерами. Переключать Патрик, внимание на себя. Цири, Бостон, отлично. Патрик, сюда. Тише. Так, можно попросить Цири с Юки поменять местами? Давайте упростим немножко некоторым хозяевам, да, задачу. Спасибо. Вот так, да. Цири будет сдерживать Патрика, Бостон, я надеюсь, Юки. Общая команда лежать из ближнего расстояния, пожалуйста. Команда лежать. Подтягиваем общий культ дрессировки. Цири из верхней позиции. Лучшее исполнение. Юки есть. Бостон сверху дотянулись, хорошо. Патрик. Это я не немецкая овчарка, я вообще. Лежать. Может, даже я не собака. Лежать. Да, нет. Цири, отлично. Лежать. Молодцы. Ну, серьезно взялись, хорошо, лежать. Приятно. Лежать. Так, дышим. Лежать. Шаг назад, пожалуйста, отойти. Юки, нет. Позыв к себе. Сюда. Позыв. Цири, Патрик, Бостон. Сюда. Отодвинуть другую собаку. Да, спасибо. Юки. Спасибо. Юки. Не гладить, но отодвинуть, отстранить. Вернулись в колечко, пожалуйста. Юки, по готовности подозвите, Патрик, подзовите к себе и снова верните, сюда. Ладно? Да, спасибо. Хорошо. Сидеть. Команда сидеть. Хорошо. Так, стоим у колечка. Стоим, не надо пока никуда. Команда стоять. Пожалуйста, стоять. Патрик. Бостон, шикарно встали. Без, стоять. Да, без хождений практически. Встань. Так, Юхи на кусочки, но мы стоим. Встань.
Сири очень хорошо, сложно для корги команда. Если вы будете здесь подтягивать, он там не поднимется. Вы таким образом стимулируете команду сидеть, если натягиваете поводочек. Прекрасно. Команда сидеть. Бостон лучший. Сидеть, пожалуйста. Патрик, сидеть. Шаг назад. Шажочек назад, пожалуйста, больше не надо, без фанатизма. Патрик, встать. Патрик. Пазы к себе. Вернуться в колечко. Хорошо. Шажок назад отошли. Да. Да. Хорошо. Усложненная задача, двойная. Позыв к себе, обход себя, возврат. Секунду, я еще не просила начинать. Вы послушайте, пожалуйста, сначала до конца, а потом уже, да, и нормально. Так, позыв к себе, обход себя, возврат в колечко. Ладно, можно начинать, прошу. Позыв, обход, возврат в колечко. Себя обошли и вернули. Да, Бостон на месте, прекрасно. Цири, ну практически, сейчас чуть-чуть мимо все никак. Патрик, Юки ждем. Юки. Ну, там укладываться не надо, постарайтесь все-таки в стопе и вернуть его обратно. Дополнительные команды по укладке не требуется, иначе слишком много задач. Хорошо, команда ждать, обход композиции. Четыре кольца, четыре собаки. Пожалуйста, обход композиции. Те, кто могут отойти, идут. От Патрика не отходим, пожалуй. А то они продержатся другие, да? Команда сидеть Патрику без натянутого поводка. Юки, попробуем. Мне кажется, вы потянете. Цири, пройдитесь, пожалуйста, еще. Цири, Бостон, хорошо. Ну, Юки, да, ожидаемо. Патрик, хорошо, на правишем хотя бы, да. Шаг назад, пожалуйста. Сейчас, секунду. Пускай хозяин придет, да. Говорит, вот так-то лучше, да? Ушла собака, которая была с хозяином почему-то. Переходим по часовой стрелке в следующее колечко. Бостон идет в малиновое, Цири в малиновое, и вы в желтое и фиолетовое. Прошу, пожалуйста, переходим. Цири шикарно сегодня, молодцы. Шикарно работаете. Мы еще никуда не ходили. Секунду. Так, шаг назад, пожалуйста. Молодцы, прям хорошо сосредоточено. Да, Патрик есть наконец-то. Просто говорит, я жду, просто тут интересно сбоку. Тут прям такое японское кино показывают, да. Хорошо. Бостон к себе. Цири к себе. Прекрасно, Патрик к себе. Юки. Хорошо, вернулись в кольцо. Патрик, постарайтесь работать из кольца. Кольцо – это контрольная точка. Вы по ней определяете, где собака, потому что все колечки одинаковые. Как я вам скажу, ушли вы, не ушли. А кольцо дает возможность сориентироваться, работаете вы или нет. Ладно? С собакой на какой-то точке. Так, сейчас я вам дам каждому по колечку и попрошу вас по моей команде. Держите колечко, держите. Да. Держите. Так, понятно, сейчас. Смотрите, здесь покажу. Значит, попрошу вас колечко отставить назад относительно того места, где сидит собака, то есть вовне. Колечко, вот как у Цири тоже, да. Выслать собаку через кольцо и обратно к себе. Не туда, обратно, а через кольцо и вернуться. Хорошо? Держите. Прошу, начинаем. Прыжок. Еще обратно. Барьер. Молодец. Так, Патрик, Юки, хорошо, правильно выполнили упражнение. Цири, Бостон, нет. Не туда обратно. Туда обход к себе. Ладно, не надо туда обратно. Еще раз, пожалуйста. Вход в колечко. Перепрыгнули и вернулись. Ладно? Так, сейчас, секунду, Бостон у нас что-то заинтересовался. Сядь. Нет. Нет. Плохо. Работаем прыжочек через кольцо. Один прыжок. И вернулись. Да. У нас, безусловно, будет с вами прыжок туда-обратно, но нужно, чтобы собака не зацикливалась. Да, все, хорошо. Спасибо. Все услышали меня, да, это приятно. Хорошо.
А вот теперь, пожалуйста, напротив колечко, что прыг туда, прыг обратно. Да, совершенно верно вы поставили. Прыгаем. И в колечко вернулись. Давайте, Патрик, Юки, работаем туда-обратно. Пониже, Юки, вы высоковато. Туда, обратно, сели. Цири закончила упражнение. Бостон, хорошо. Так, Патрик. Хорошо. Да. Ага. Хорошо, вот сейчас сосредоточьтесь, пожалуйста, тут посложнее, чем обычно, поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали. Смотрите, все сидим со своими, хорошо ногой-то работали, сидим со своей собачкой, вы стоите, собачка сидит, вы контролируете ее ножкой за поводок. Одна собака будет прыгать колечки по периметру, и хозяин будет там идти. Вы ребром, абсолютно верно, ставите колечко, чтобы была возможность хозяину отработать свою задачу. После того мы начинаем со следующей собаки, хорошо? Вот сюда вам этой рукой прям удобно. Вот прям так и останетесь, только вот чтобы колечком можно было прыгнуть. Собачка сейчас там пойдет. Вот так. Ребром. К ноге ребром. Да, да, вот так. Хорошо, все. Хорошо. Так, Бостон, давайте вас, с вас начнем. Дайте колечко. Работаем в любую сторону. Выставляем колечко вовне. Хозяин идет снаружи, собака прыгает. Ваша задача собаку удержать в кольце. То, что вот у Юки сейчас не получается. Да. Вот нет, так, хорошо. Идем, идем, продолжаем движение. Нет. Нет. Сидеть. Вперед. Нет, сидеть. Вперед. Патрик, поводок натянут у Патрика. Сядь. Очень много. Вперед. Вот Эсла. Нет. Хорошо. Юки вниз. Вперед. Да, хорошо, идем сядь. Дальше. Патрик, сидеть. Патрик, сидеть. Сидеть. Пойду посмотрю, что он делает. Патрик. Это же интересно. Патрик. Патрик. Патрик, сидеть. Да, сидеть. В колечко. Сидеть. Цири работает. Колечко. Хорошо, держите. Цири, прошу. Да, хорошо. Да, очень хорошо. Цири прям хорошо заточена, молодцы. Патрик, работаем. Патрик. Так. Не через вас, да. Так. Нет, через не надо, снаружи давайте. Ну, в смысле, да. Патрик, Патрик, барьер. А то я могу не продержаться барьер. До вечера. Патрик, сядь. Барьер. Так. Барьер. Барьер. Да, годится, хорошо. Барьер. Удержать барьер. Свою собаку барьер. В кольце, когда барьер. Другая собака барьер. Прыгает в непосредственной барьер. Близости от вас. Это крайне сложное барьер. Задание для тех, кто барьер. Ожидает. Да, сосредоточиться смогли. Сидеть. Кстати, когда собака прыгает и шевелится, те, которые сидят, держите колечко, спасибо. Это тоже сидеть. Довольно сложно. Молодцы. Хорошо, ну, Юки, давайте. Ой, с меня давайте. Начните, здесь колечко пустое. Собаки нет. Юки, Юки. Барьер. Патрик, сидеть. Барьер. Вы барьер. Если вы Бостона барьер. Будете так дергать назад, барьер. То вам придется покупать бурбулю, он покрепче. Барьер. Это, что? Это как у вас, только побольше. Барьер. Сядь. Килограмм на 20. Да, он продержится, сядь, а эта собака сядь. Может и сломаться, если вы уроните ее на спину неудачно. Держите, Патрик, пожалуйста. Сидеть. Хорошо. Еще раз, пожалуйста, Бостон работает. Постарайтесь в другую сторону Патрик. От того, что делали. Патрик, прошу. Сидеть. Бостон. Патрик, сидеть. Бостон. Нельзя. Сидеть. Пошли. Нет. Патрик, сидеть. Вперед, хорошо. Цири отсидела прекрасно, Патрик не работает, куда-то Патрик, на поводке Патрик, все время сидеть, тянет его вверх хозяин. Патрик, следите, Патрик, пожалуйста, команда Патрик, сидеть, Патрик, задача нет, у вас, нет. Задача сидеть, вот как Юки, да. Как Цири. Сидеть. Нет, Патрик, просто как Цири. Патрик, нет, нет, сидеть. Нет. Давайте, сидеть. Бостон. Патрик, сложности, Патрик, да? Сидеть. Почувствовали сложности? Вот, да, вот в этом суть упражнения. Держите колечко, Юки, я вас не вижу. Вот. Кольцо. Держите. Кольцо. Цири работает. Прошу. Барьер. Нет, нет, нет. Вернись. Барьер. Да. Давай, давай. Хорошо. Нет, Патрик, сидеть. Барьер. Сидеть, нет. Ждать. Сядь. Ждать. Сядь. Барьер. Нет. Барьер. Давай, давай. Нет. Барьер. Патрик, давай. Сидеть. Нет. Патрик, сидеть. Давай, давай, давай. Сири. Давай, Сири. Патрик. Нет. Патрик. Барьер. Патрик, Сири. Нет. Сири. Патрик, сидеть. Нет. Патрик, сюда. Сядь. Сюда. Сидеть. Хорошо. Ай, помогите нам, да. Спасибо. Патрик, сидеть. Хорошо. Патрик работает. Ага. Пойдем. Нет. Пойдем. Пойдем. Сидеть. Пойдем, пойдем, пойдем. Барьер. Сидеть. Патрик. Нет. Хорошо, пойдем, а потом барьер. Патрик.
наступить. Ну-ка, барьер. Молодец. Барьер. Молодец. Да. Сидеть, Юка. Барьер. Сидеть. Молодец. Сидеть. Барьер. Сидеть. Молодец. Да, хорошо. Сюда. Убегает собака. Держите сидеть. Поводочек. Да. Держите крючок. Да, да. Прошу. Юки, сюда. Барьер. Сюда. Нет. Сидеть. Как ты только видишь, что я проскочила. Меня же не видно совсем. Барьер. Кольцо давайте. Желтое, я тоже. А ну-ка иди сюда. Почти. Патрик. Нет. Сидеть. Вперед. Патрик, сидеть. Юки. Нет. Ну-ка вперед. Вперед, барьер. Нет. Прям снайпер он у вас, я смотрю. Нет. Так. Фиолетовый, по равнине качайте, пожалуйста, нам выполнить задачу нужно. Юки, вперед. Нет. Вперед, барьер. Да. Да. Вперед. Спасибо. Патрик. Хорошо. Патрика верните Патрик. В кольцо. Патрик. Барьер. Да, нет. Очень хорошо. Вперед. Все. Колечки да? мне, те, которые в руках. Сидеть. Спасибо. Отлично. Так, шаг назад Патрик, отошли. Сидеть. Шаг назад. Бостон, Сири. Отлично. Патрик, шаг сидеть. Назад. Сидеть. Позыв к себе. Сюда. Сюда. Да не к Сири, сюда. Так. А посадка в следующее по часовой стрелке колечко от того, что где вы были. Пожалуйста, переместитесь на следующее по часовой колечко. Кольцо. Вперед. Сюда. Вперед. Нет. Нет. Шаг назад отошли. Спиной друг к другу, лицом к себе, шаг назад отошли. Патрик. Нет. Ну и ладно. Молодец. Так тоже хорошо, нет. Да? Ждать. Патрик, ждать. Юки, ждать. Ждать. Сидеть. Сидеть. Патрик, хорошо. Ждите. Юки с нами. Да. Да вы что? Ждите. Общая команда лежать. Бостон. Бостон. Тем, кто Патрик. Остался. Бостон. То есть только лежать. Бостон. Патрик. Лежать. Да, Юки, знаешь, Бостон лег, значит, и нам надо. Будем списывать у отличников. У вас два куска колбасы у Патрика уже лежит на земле. Я прям сочувствую, кто за вами пойдет в это кольцо. Да. Я вот и тяну время, чтобы зачистка была все-таки территории. Шикарно, сидеть, пожалуйста. Сири первая. Сидеть. Патрик есть. Молодцы. Вернись Юки. Вернись кольцо. Сейчас Бостона ждем. Сидеть. Да. Жди. Позыв к себе. Иди сюда. Патрик. Смена площадки за мной, пожалуйста. Сидеть, нет. Пожалуйста. Нет, Патрик, нет. Сири, хорошо, правильно. Сидеть. Да. Юки, с краешку, хорошо. Обратите внимание, здесь все-таки грунт, запахи, возбуждение более высокое. Два шага назад отошли, напротив встали, два шага назад отошли. Тяжелый период для Юки, лепестки белые сыпятся. Лепестки, наша страсть. Да, да это не сакура, это что, это ж черемуха. Юки, сядь. Да, ну тогда я пойду. Ждем. Сидит. Сидит. Бостон прекрасно, говорит, кто меня там цепанул сзади. Позыв к себе. Хорошо. Патрика на тумбу вот эту, всех остальных отстегнуть, команда гуляй. Патрик сидит. Если сейчас мы отпустим его, он отключится, и мы не сможем работать дальше, поэтому придется посидеть.
Подзыв. Бостон. Бостон. Юки, Бостон. Шикарно. Отожмите Бостона. Ну или так. Да. Очень хорошо, корги. Спускаете вторую рыжую корги. Все к этажерке команды сидеть. Молодцы. Бостон похуже, увлекся, зато получил удовольствие от игры. Цири прекрасно подошли. Хорошо, сидеть. Бостон чуть-чуть правее возьмите. Угу. Хорошо. Так, что мы с вами сейчас пройдем? Лестница вверх, лестница вниз. Вверх не надо лезть, только лестница. Потом горка и последняя. Вот видите, доска вверх поднимается. Бум. Вот на этот бум вы должны подняться. И после этого ко мне. Хорошо? Бостон первый. Лестница вверх, лестница вниз. Бостон вверх, Бостон вниз. Какой сидеть? Команда вперед. Не надо его сажать перед препятствием. Это ну, в вашем случае неудачный момент. Потому что... Да, теперь уже дожать. Потому что сырая земля и, ну, и здесь динамичные упражнения. Хорошо, идем. Да, вниз, пожалуйста. Молодцы. Хорошо, умничка. Горка, пожалуйста. Горка. Звезда, молодцы. И бум, прям по прямой, по прямой. Патрик, работаем. Патрик, Патрик. Бум по прямой, умнички. Да, да, вот тут. Не уронить собаку ни за что. Вот прям как хотите, да. Хорошо. Пожалуйста. Сейчас, секунду, Цири, секунду. Цири, пожалуйста, стартуйте. Бостон, пожалуйста, не спешите. Да. Хорошо, Патрик, по прямой до конца на подъем. Юки готовится. Хорошо. Идите, идите дальше. Идите с Патриком. Идите, идите. Хорошо. Бостон вниз, Цири вверх. На лестницу, Юки. Прошу. Сюда, пожалуйста, к этажерке. Собираемся. Я устал уже бежать во все стороны. Патрик, в другую сторону мы идем. Патрик, в другую. Цири. Хорошо, Юки. Сейчас, секунду, секунду. Пока Цири не слезет, вы не можете подниматься. Здравствуйте. Сейчас немножечко с нами, а потом работаем. Заходите. Кто представитель со собакой? Ого. Ну да, на поводок лучше, конечно. Так, Бостон, хорошо. Патрик, посадка. Да, Цири вверх, правильно, молодцы. Юки готовится, как только Цири... Страхуйте, пожалуйста, животик у вашей собачки. А то у вас она длинная... Перец уйдет вот туда, налево, конечно. Так, как зовут сокровище? Микки? Микки? Идите сюда с Микки. Хорошо. Так, Юки, начинайте движение. Так, Микки, давайте к Бостону, вот сюда команда сидеть. Сидеть, пожалуйста, вот Микки, сюда команда Микки, сидеть. Зайдите. Микки. Вот сюда рядом сядьте, пожалуйста, да. Патрик, хорошо. Цири сюда. Возвращаемся. Юки, хорошо, сюда. Команда сидеть. Ну, давайте, вот здесь свободное место. Команда сидеть у ноги. Туда, ближе к этажерке, ближе, ближе. Да, 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 да. Хорошо. Так, есть Цири, есть Юки, молодцы. Патрик, приятно. Бостон говорит, это кто такой? Какой-то неправильный бульдог и на меня не похож. Команда лежать. Лежать, пожалуйста. Вот прям лежать. Да, есть контакт у Бостона, у Цири, у Юки. Приятно. Патрик, лежать, пожалуйста. Так, Микки не в одном глазу. Напротив встали, шаг отошли. Напротив встали, шаг отошли. Микки, не пускайте, собака старается работать вот здесь, поэтому стойте рядом с ней, не отходите, в вашем случае не надо отходить. Встаньте рядом с собачкой, команда сидеть, команда лежать. Вот здесь команда лежать. Заведите, посадите, да. Так, Цири, хорошо, Бостон, Юки, отлично. Патрик, прям горжусь вами, молодцы. Подзык к себе, подзык. Хорошо, оставили собачку здесь, а вы по-прежнему продолжаете лежать. Развернули, команда сидеть, отошли к этажерке, в ту сторону отошли, пожалуйста. В ту. Цири, молодцы. Бостон. Юки говорит, у меня такое настроение хорошее вообще. Вообще хорошее. Так. Говорит, не знаю этой команды, да? Так. Общий подзыв. Хорошо. Никто никого не нюхает. Развернулись, посадили.
Сидеть. Да. Куда? Сидеть. Не в кольцо, за кольцом. Сыре. Сидеть. 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 Патрик, Патрик, сидеть. Тут свой хвост прям подставляете. Ждать. Да. Дышим. Хорошо. Шаг назад. Шаг назад. Шаг назад. Бостон, Сири, идеально. Патрик, молодцы. Юки, ждем. Так, есть даже Микки. Хорошо, дышим. Сидеть. Не отвлекайтесь, ушла собака у вас из команды. Ушла. Не отвлекайтесь на меня, ориентируйтесь на голос. Я на вас специально не смотрю, вы на меня не смотрите. Только на собак смотрим. Патрик ушел, совсем ушел. Сири, отлично, лучшая. Молодцы. Сидеть. Шаг назад, сидим. Один шажочек назад. Дышим. Дышим, смотрим, как цветы клена падают на землю. Юки, ваша тема, давайте. Хорошо. Позыв к себе. Позыв. Хорошо. Еще раз к кольцу возвращаемся. Пожалуйста. Вернулись в исходную позицию. Патрик. Патрик, кругом. Сидеть. Патрик, жди. Сидеть. Сюда. Сюда. Сидеть. Ждать. Сидеть. Вернись. Юки, жди. Вернись. Нет. Патрик, нет. Нет. Юки. Нога. Ногой Патрик. Быстрее поводочек зафиксировать. Патрик, ногой. Юки, сидеть. Бостон, Цири, сидеть. Хорошо. Патрик, да. Есть. Бостон, нет. Нет. Сидеть. 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 Ждать. Тише. Ждать. Тише. Патрик. Нет. Сидеть. 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 Сюда. Сидеть. Нет. Сидеть. Сидеть. Сюда. Бостон, нет. Сидеть. Нет. Сидеть. Сидеть. Нет. Нет. Вернись, сядь. Сидеть. Патрик. Бостон. Сидеть. Бостон. Развернись. Нет. Патрик. Развернись. Патрик. Сидеть. Позыв к себе. Развернись. Ко мне. Патрик, ко мне. Иди сюда. Ко мне. Так, еще идем тот же самый маршрут. Лестница, горка, бум. Но еще добавляем вот эту лесенку и возвращаемся к этажерке. Хорошо? Патрик начинает маршрут оттуда. Второй Бостон, пожалуйста. Третий Юки. Четвертая Цири. Начинаем движение. Как снаряд свободен, вы можете на него подниматься. Идем, горка, Патрик. Давайте дальше. Бостон, хорошо, давайте. Юки. Бум. Бум. Не этот, дальше идите, дальше по доске. Ну, как вы бы делали только что, вот до этого? Да, спасибо. Хорошо. Хорошо. Так, ну и давайте с Микки попробуем тот же маршрут. Вот за Цири идите, за Корги. Аккуратненько только идите. Можно за вкусняшку, за поцелуй, за песню, все как хотите. Лишь бы вы не уронили собаку на маршруте. Патрик, не давайте разворачиваться. Да, у нас бум расширенный, но небезопасный все равно. Без бортиков же, без парашюта. Вот сюда, пожалуйста, лестница. Да, хорошо. Бостон, идем, идем, идем. Патрик, звезда к этажерке, молодцы. Патрик. Поводочек, ваше все. Бостон, отлично. К этажерке собираемся здесь. Патрик, сюда. Хорошо. Сидеть. Бостон, лесенка. Ждать. Можно и помочь подсадить. Юки, лесенка, прошли мимо. Лесенка еще, да. Бостон, сюда, пожалуйста, лесенка. Об дерево не ударьтесь, осторожно, маршрути, да. Сюда, Бостон, молодцы. Так, Цири, хорошо, хорошо. Вверх. Вверх. Давай вверх. Давай, давай, давай. Да, хорошо. Цири на лестницу, Патрик, хорошо. Еще раз маршрут, этот же. Давай. Давайте сюда на лесенку сразу. Микки, как только Цири, я вас очень прошу, страхуйте, пожалуйста, собачку. Да, расширенный, да, низкий, но все равно при желании повредить собаку можно даже дома, в квартире. Пожалуйста, к этажерке. Вниз. Хорошо, пожалуйста, Бостон, лестница там. Хорошо, сюда, пожалуйста. Вниз. Юки, лестница, пожалуйста. Бостон, хорошо. Не давайте ему весело бежать вниз, опасно. Патрик, двигаемся, стоять нельзя. Прям нельзя стоять, замерзнете. Все, последний проход. Идем, Цири.
Да, сделайте, пожалуйста, тот же, те же приветствия, тот же набор. Патрик, сюда. Не давать сходить с маршрута. Это минус балл ваш статус. Лестницу не прошли. Юки, лезем потихонечку. Сыри, хорошо провели наверх, умнички, прям аккуратно. Вот так бы везде. Хорошо. Да, Бостона подстраховали, хорошо. Сыри вниз. Патрик, ну давайте немножечко интенсивней. Ну понятно, к этажерке. Бостон. Хорошо, к этажерке. Юки, собираемся здесь, работаем главную команду. Хорошо. Цири, отлично. Обращаю ваше внимание, тут суть маршрута не в том, чтобы вы не боялись доски или там пробежали. Мы же не пожарных собак готовим, да? А для того, чтобы эти упражнения, чтобы вы контролировали собаку на маршруте, не дали ей сойти с маршрута, повредиться, упасть, но при этом собака боялась, но шла по вашей команде. В этом суть этих упражнений, не в том, чтобы протащить собаку любой ценой и даже упасть. Работаем главную команду, на этом заканчиваем. На сегодня Бостон первый. Команда ждать. Отходим. Только от Бостона отходим. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы ваша собака не реагировала на команду постороннего человека, подзывную команду. Бостон, работаем. Очень хорошо. Спасибо. Прям замечательно. Отдыхать. Патрик работает. Такое впечатление, что он даже не устал. Так, Патрик. Понятно. Отдыхать, срыв. Отдыхать. Юки, работаем. Юки. Устали отдыхать? Все. Юки. Сядь. Все уходят, и я не ушел. Почему до сих пор? Жди. Вот, ну, можно и лежать. Жди, пожалуйста. Да. Ну, я думаю, достаточно. Хорошо? Да, хорошо, только лучше командой ко мне, ладно? Спасибо. Да не закрывайте. Все, отдыхать, молодцы, на сегодня достаточно. Цири, звезда сегодня, просто поразили меня, молодцы. В лепестках черемухи будете работать, позывную команду. Прошу вас. Идеально, безупречно отработали. We'll be right back.